Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет, и сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 510. У Бориса до тренировки по плаванию оставалось время, и он решил съездить в зоопарк. От дома до зоопарка Борис может доехать на метро, трамвае или автобусом. А от зоопарка до бассейна автобусом, троллейбусом или на метро. Какими способами Борис может доехать от дома до бассейна, посетив зоопарк? И от дома до зоопарка Борис может доехать тремя способами. Может поехать на метро, может на трамвае поехать, а может на автобусе. От зоопарка до бассейна тоже у него существует три способа добраться. Автобус, троллейбус и опять метро. И если, допустим, Борис от дома до зоопарка поехал на метро, то от зоопарка до бассейна он может поехать тремя способами. Дальше, это три способа получится добраться до бассейна через зоопарк. Если он поедет на трамвае от дома до зоопарка, то от зоопарка до бассейна снова три способа, то есть плюс еще три способа. А если автобусом он поедет от дома до зоопарка, то от зоопарка до бассейна опять три способа добраться. То есть всего у нас получается 3 умножить на 3 или 9 способов. Выполнили задание 510. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.